Активисты Одинцовского отделения «Единой России» взяли на контроль исполнение проектов в сфере ЖКХ, которые реализуются на территории муниципалитета в 2022 году. В частности, будет продолжено проектирование и строительство очистных сооружений и водозаборных узлов, которые в следующие два года улучшат качество питьевой воды более чем для 100 тысяч человек. При формировании предвыборной программы единороссы приняли от жителей Одинцовского округа 1118 наказов, из них 970 связаны со сферой ЖКХ, 148 – с благоустройством.